Здравствуйте, дорогая бабушка. Удава, ваш внук, наш друг. Мы рады, что вы приехали к нему. А можно я скажу так? Мы рады, что вы приехали к нам. Это не наша бабушка. Она приезжает к удаву. Нас, извините, 4, и он с нами поделится. Бабушки на 4 не делятся. А на сколько бабушки делятся? Бабушки совсем не делятся. А твоя бабушка какая? Она такая, она... мечтательная. Не бабушка, а мечта удава. Только она очень хвастливая. Хвастается? Нет, просто у нее хвост длинный. Как у тебя? Нет, длиннее. Ждете? Ждем. Вы неправильно ждете. Вы ждете в одну сторону, а надо в разные. Ты, удав, жди туда. Ты будешь ждать сюда. А я буду ждать прямо. Вот теперь мы дождемся. Непонятно. Зачем ждать в три стороны? Ко мне приезжают не три, а одна бабушка. Правильно. Тебе одна, а две остальные мне и попугаю по бабушке. А мне? Не отвлекайся, учи слова. Здравствуйте, дорогая... Здравствуйте, дорогая... Ой! Бабушка! 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 Бабуля! Давай! Ну же! Здравствуйте, дорогая! Я еще не совсем приехала. Я ожидаю свой хвост с минуты на минуту. Вот теперь здравствуйте! Боже, что я вижу? Меня, бабушка. И меня. А еще попугая, извините, слоненка. Нас. Вас я отлично вижу. Но, ребята, еще я вижу, что вы гуляете тут одни, без присмотра. Без чего? Мы гуляем... Без присмотра. Но теперь, ребята, все будет иначе. Раньше вы гуляли как? Как? Раньше вы гуляли сами по себе. А теперь мы будем гулять по бабушке. А теперь вы будете гулять и играть с присмотром. А во что можно играть с присмотром? Ребята, во все. Есть много увлекательных и полезных спортивных игр. А я знаю очень спортивную игру — перетягивание удава.
внучок, внучок. Что, бабуля? Да, с сегодняшнего дня я займусь вашим воспитанием. Питанием? А сегодня мы уже завтракали. Не беспокойтесь, мы вообще очень хорошо питаемся. Да нет, я говорю не о питании, а о воспитании. А воспитание это что? Это, ну, вот если я дам тебе банан, вот что ты с ним сделаешь? Съем. Ну, сначала я скажу спасибо, а потом съем. Хорошо воспитанная мартышка сначала предложит банан товарищу. А вдруг он возьмет? Нет, ну действительно. Непременно возьмет. Нет, воспитанной быть неинтересно. А ты попробуй. Спасибо. Хочешь банан? Хочу. Пожалуйста. Прошу. Благодарю. Это тебе. Мартышка, прими, пожалуйста, от меня этот спелый банан. Ой, спасибо. Я поняла. Воспитанной быть, это очень интересно. Ты кому-нибудь что-нибудь предложишь. Тебе кто-нибудь что-нибудь предложит. Красота. Красота.